вот все начало меняться. То есть это сразу становилось как, каким-то более захватывающим, интересным. Я пытался как-то что-то иначе как-то снимать, что-то иначе увидеть. И буквально через 2 недели мне позвонили, сказали: чувак, ты не хочешь работать типа в штате в Harper's Bazaar и в Грации? Я такой: прикольно. Всем привет, это канал Шумов Фото, я Шумов Денис, и сегодня я напросился в гости к моему другу и классному фотографу, репортажному, светскому фотографу Ване Мудрову. Вань, привет. Привет, Денис. А ты Шумов Денис или Денис Шумов? Можно и так, тебе можно по-всякому. По-всякому, окей. Привет, меня зовут Ваня, ну или как называют меня, Иван Мудров, вот, можно по-разному. Да, я фотограф. Мы с тобой начали примерно в одно и то же время, лет 12 назад. Вот. Да, действительно, это так. Денис, вот мы с Денисом снимаем кино сейчас. Первый опыт для меня подобного интервью. Ну, и для меня тоже, кстати. Не, ну было, но это было в прошлой жизни, видимо. Как-то очень давно. Да все-таки был опыт. Ну, прям вот такого, как сейчас у нас, такого нет. Я знаю, что ты учился на актерском. Да, я закончил актерское, у меня среднеспециальное образование, и высшее режиссер музыкального театра. Я закончил ГИТИС. Когда-то я думал, что я буду снимать кино, но потом я просто стал режиссировать фотографии. Очень радует то, что ты учился на актера, и, значит, ты не боишься камер, в отличие от меня. Ну, давай вместе их бояться. Их просто больше, чем нас. Давай будем бояться вместе, да. Расскажи вообще, как ты пришел к фотографии, как ты связал, можно сказать, свою карьеру вообще и такой огромный промежуток времени своей жизни именно с фотографией. Ты знаешь, фотография, она... Мне нравилось не прям с детства сфотографировать. Мне нравилось, как дед там что-то снимает на какую-то пленку, сам проявляет. У меня дедушка живет далеко отсюда, в Барнауле, под Барнаулом. Он спелеолог и ходил там, что-то фоткал на тогда пленочные камеры. Что-то проявлял там у себя в такой красной комнатке. Мне было всегда это интересно, но я в этом не участвовал. Потом как-то у родителей появилась такая мыльница, такая цифровая, мегапикселя 4 там было, дай бог. Я начал что-то снимать, там какие-то гвоздики, какие-то ржавые КамАЗы на даче, каких-то кукол сестры, велосипеды, ну, то есть какие-то детальки. Как-то пробовал себя, ну, типа, просто было мне интересно, что получается, о, прикольно, ты видишь с одной стороны, камеру снимаешь, получается по-другому. И, ну, что-то снимал, потом я заканчивал школу, начинал поступать в театральное, естественно, ни в одно хорошее театральное я не поступил. Как мне потом сказали, что, оказывается, я профнепригодный, но к этому надо было прийти. Раньше я думал, что я профпригоден. Я начал снимать ролики со своими друзьями. Это все какие-то такие более приличные ребята-актеры. Ну и что-то я снимал видео и как-то это монтировал все. Было задорно, просто весело. Потом кто-то из общих друзей увидел мои эти ролики и сказал: о, привет, чувак, а ты не хочешь поснимать видео? Такие видеорепортажики в клубах. Я такой: о, прикольно, интересно. У меня тогда своей камеры не было. Я взял такая... не ВХС-ка, а мини-девишная камера была, такие там маленькие кассетки были. Картинка была супер серая, супер странная. Я, в общем, ходил с таким светом на камере, брали интервью во всяких клубах. Я снимал там какие-то танцующих женщин. Вот. Приходил ночью, монтировал, утром сдавал этот материал, и получалось, что такое, получались такие видеоролики. Как раз был тот момент, когда это было в клубе «Ру». И я пришел, мы сделали видеопродакшн с Димой Нагайцевым. И ну, такой видеопродакшн на коленке, я сам все это делал, собирал. Прикольно было, очень интересно. Приходишь из клуба ночью, домой весь прокуренный, когда еще можно было в клубах курить. Я не курил, но приходил просто весь прокуренный, пока не помоешься, вот, весь воняешь. Скидывал, перекодировал в режиме реального времени с этой кассеты, отцифровывал видео и потом его часов до 7 утра монтировал. Было, конечно, тоже такой определенный этап жизни. Вот, потом как-то произошло так, что я поснимал, и как-то мы чуть разошлись во взглядах с Димой. Ну, и я подумал, а что нет, написал всем друзьям на ФК, ну, или где там написал, ВКонтакте,
где там можно писать. А написал, типа, чуваки, ищу работу, типа, хочу фоткать там где-нибудь на каком-нибудь портале. Ну, и отозвались пару ребят. На следующий день я сделал свою тестовую съемку первую бесплатную в клубе «Рай». Ну и дальше, со следующего дня, я уже стал получать за это деньги. Да, там, конечно, было не все очень красиво, не все очень классно, все это было как-то очень криво-косо. Но я довольно-таки быстро как-то понял общую концепцию фотосъемки в клубах и как-то чуть-чуть подтянулся. И через где-то, по-моему, месяца 4 или 5 Дима меня позвал снова работать на клубе. Я пришел, и вот... Дальше мы с тобой продолжили работать в одном месте, снимать на Вклубе ТВ, в клубах. То есть, получается, ты начал свою карьеру с оператора? Ну да, тогда это еще называлось оператором, сейчас это называется видеограф. Не всем, кстати, нравится, я знаю несколько человек, да, которым очень не нравится слово «видеограф». А видеограф, типа видеограф, фотограф. Мне кажется, это все вкусовщина, это все типа стремление показать себя в каком-то лучшем ключе. Ну, классно. Я, получается, как бы и снимал, и что-то говорил, что делать, и это все как бы... Ну, не знаю, как это называется, это без разницы, но выглядит это одно и то же. То есть, что видеограф, что... Да, получается, что я начал с этого. Мне показалось, что фотография, она немножечко иная. То есть, тут есть разная специфика. Фото и видео. Видео можно снять, например, кусочек 30 секунд, да, не отрываясь, там, хорошо все это контролируя. И неважно, человек моргает, не моргает, там, что-то происходит, как бы, как какая-то активная у него там жестикуляция или активная мимика. Неважно, то есть видео ловится, типа, вот снял и снял. Фото нужно делать много дублей, потому что ты же сам знаешь, да, что есть люди, у которых такая активная мимика, что приходится делать очень много кадров, чтобы их поймать. Поэтому как-то на тот момент жизни мне показалось, что фотография намного интереснее для меня. И я... Сейчас так же думаю, что фотография лично для меня интереснее в плане и съемки, и постобработки. В какой-то момент, если, скажем так, перешагнуть через несколько лет, когда я пришел, наверное, через года два, мне кажется, после того, как ты начал снимать на Вклубе ТВ, я тоже заинтересовался фотографией, и именно репортажной фотографией. Для меня было очевидно, когда ты совершил определенный скачок, такой и творческий, и профессиональный, и качественный скачок. Этому предшествовало, как мне кажется, не назову это депрессией, но творческий кризис, возможно. Почему-то мне кажется, что мы с тобой давно-давно обсуждали вот тот момент, когда у тебя был какой-то застой, и ты не понимал, в каком направлении двигаться. Прошло буквально незначительное время, и был какой-то сумасшедший прорыв, какая-то трансформация. И это было очевидно для меня, возможно, для тебя, для многих коллег. Был другой совершенно результат, и появились какие-то творческие проекты, и, может быть, даже фэшн-съемки, студийные съемки. Что повлияло, может быть, какой-то человек? То есть вот именно... Как ты преодолел вот этот внутренний какой-то кризис творческий? Ты знаешь, на самом деле, жизнь наша, не знаю, как твоя, наверное, она также, она делится на какие-то этапы. Есть этап какого-то подъема, когда ты воодушевлен, когда у тебя есть какое-то внутреннее желание развиваться, расти, делать лучше. Оно может появляться ввиду того, что ты с кем-то хочешь конкурировать. Это здоровая конкуренция. Хорошая конкуренция всегда рождает лучший результат. И рынок в общем развивается. А бывают моменты, когда ты не понимаешь, для чего ты снимаешь, что-то тебе не нравится. Возможно, этот момент, он либо идет очень ровно, либо идет такое с легкой деградацией. И это все моменты присутствуют в жизни, их не надо стесняться. Они все имеют место быть, и все они ведут тебя туда, куда ты идешь. Да, у меня были этапы в жизни, когда я там пришел на Вклубе ТВ, мне казалось, о, классно, хочется лучше, лучше, лучше. Я очень быстро, очень качественно вырос. А затем произошел момент, какой-то такой простой, когда я не понимал, в общем, то есть не было никакого роста. То есть рост был такой, типа, раз я пришел, что-то новое поменялось, и дальше это был такой довольно-таки ровный период,
в процессе которого я чуть-чуть, возможно, обленился, чуть-чуть на что-то начал забивать, на что-то не обращать внимания. И качество, как бы, оно ввиду какого-то опыта оно становилось просто более стабильным, и ввиду того, что как-то не было какого-то развития, и я чуть-чуть так подзабивал на это, и как-то оно скатывалось. Потом я понял, что нужно куда-то двигаться, и я тогда ушел с клуба ТВ, это я не помню, какой год был, типа год 13-й, наверное, 2013-й. И дальше пошел в какое-то свободное плавание. Я начал пробовать и какие-то большие коммерческие заказы, конференции. Так и начал пробовать снимать какие-то портреты. Тогда это было такое, знаешь, ты выпал, знаешь, как выпал из гнезда и такой, о, может сюда, может туда, а что делать, а что интереснее, а что лучше, а что прогрессивнее, что больше нравится. Ну, в общем, я человек такой, что я всегда плыву туда, куда несет меня течение. Да, обычно там жизнь меня спрашивает, там, хочешь это, хочешь то, хочешь все. Я просто отвечаю на эти запросы. То есть получилось так, что типа меня снесло в какую-то такую коммерческую историю, я начал там снимать. Она меня быстро утомила, буквально там за год, за полтора, я понял, что там задерживаться нельзя, иначе это просто путь никуда. Развития никакого, да, это стабильность, да, это все классно, путешествия, поездки. Но мне было тяжеловато общаться с офисными людьми, которые были, то есть какой-то все равно диссонанс у меня был. Вот, и когда ты меня спросил, я что-то так загнался в эту всю историю, ты спросил про какую-то точку, с чего начался рост. Что повлияло, да. Знаешь, скажу так, что точка, такая точка была невозврата, и точка, с которой началось все мое качественное взросление в качестве фотографа, творческого, нетворческого, в плане общения с людьми даже это все поменялось. Это была какая-то такая, знаешь, неделя моих раздумий тоже весной, сколько-то лет назад, я задал себе такой вопрос, а что я вообще хочу в жизни делать? Насколько фотография в моей жизни, она имеет место быть и насколько? И я понял, что то удовольствие, которое доставляет мне фотография в плане общения с людьми, работы, постпродакшена, сдачи картинок, и как люди радуются тому, как они классно получились, я понял, что это вот мое. И я для себя честно решил, что фотография — это то, чем я буду заниматься либо всю жизнь, либо какой-то большой период в своей жизни. И вот именно в тот момент, когда я решил, все начало меняться. Я не знаю, что, как произошло, но как-то, знаешь, вот даже вот посыл, он начал менять вокруг меня людей, как бы клиентов, вот все начало меняться. То есть это сразу становилось каким-то более захватывающим, интересным. Я пытался как-то что-то иначе как-то снимать, что-то иначе увидеть. И буквально через две недели мне позвонили, сказали, чувак, ты не хочешь работать типа в штате, в Harper's Bazaar и в Грации? Я такой... Прикольно. Вот. И я такой, да, хочу. Да, там были такие очень интересные условия в плане финансов. У меня было очень много съемок, могло быть 2-3 съемки за день. Вот. Это надо было все очень активно сдавать. Причем там, если я приезжал снимать «Светскую хронику», когда я никого не знал, я сидел, открывал листочек, смотрел, что за люди, что за фамилии, кто там будет. Причем ты смотришь, ты же знаешь, да, вот эта история, когда ты учишь этих, конечно, светских людей, ты думаешь, ну вот эти, в принципе, одинаково выглядят. Приходят в жизни, а вообще другие люди. Спрашиваешь, а кто это, кто это? У каких-то ребят, которые там дольше снимают. И помимо того, что мне нужно было этих людей снять их в одном месте, мне нужно было сделать одну, ну, то есть, «Светскую хронику» для двух изданий. Для Harper's Bazaar и для Грации. И она должна была бы отличаться, типа, кардинально. То есть, по стилю фотографий ок, но это должны были быть разные места. И это, конечно, тоже... То есть, одновременно снимаешь для двух изданий. Да, здесь еще, да. Давайте, ой, классно здесь, а давайте вот еще здесь я сделаю картиночку. Вот. Можно назвать это каким-то принятием себя как фотографа, как профессионала, и, возможно, настоящей любовью к тому, что ты делаешь? Ты сказал, что в какой-то момент все вокруг начало меняться. Да, с момента того, как я определился, ну, то есть, когда произошло вот это вот решение, такое взрослое, правильное решение, знаешь, это такое какое-то узаконенное
узаконенные отношения, которые вот, ну, теперь вот типа так. И все такое, о, окей, подстроим, так, все подстроилось, поменялось. Ну, наверное, да. Наверное, это можно так назвать. Скажи, вот для многих, ну, не только фотографов, а в целом ребят, и из других любых сфер деятельности, вопрос ухода во фриланс, ухода из так называемой тихой гавани и так называемой стабильности, да, в которую я, в принципе, не верю, и как в само понятие тоже. Как это было? Я знаю по себе, что очень сложно уйти из вот этого вот, из-под крыла, в нашем случае это в клубе ТВ, в какую-то неизвестность. Я точно помню разговор с Олегом Куракиным, нашим коллегой и хорошим товарищем, как он сказал, что если уйти, то, как это ни странно, заказов появится еще больше. Ты с этим согласен? Ты знаешь, я трижды уходил из разных мест. То есть это было в клубе ТВ и потом еще два места. И ты знаешь, тут вопрос немножечко другой. Тихая гавань, не тихая гавань, там рост, не рост. Тут, да, естественно, когда ты уходишь с какого-то насиженного места, где тебе нужно просто только приезжать на съемки, снимать и все, можно даже ни с кем не общаться. Вот, возможно, это такой легкий путь довольно-таки. Но в тот момент, когда я понял, что я там фотограф, что этим буду заниматься, я столкнулся с таким моментом, что мне было тяжело общаться с людьми. Тяжело как-то к ним подходить, тяжело к ним как-то находить какой-то язык, как-то вытаскивать их на съемку, что-то с ними обсуждать, как-то общаться, знакомиться. Я вообще ни с кем не был знаком. И вот спустя какое-то время я как-то переборол это в себе. Да, ушло больше года на это, на то, чтобы перестроить себя. Не перестроить, а как-то прокачать в себе вот эту вот возможность общаться с любым человеком на любую тему, в любом месте. Вот если у меня есть в руках камера, я могу с любым человеком поговорить обо всем. У любого человека спросить, любого человека попросить встать куда-то, да, в рамках какого-то разумного. И это очень важный скилл, потому что когда ты уходишь с какого-то такого уютного гнезда, уютной работы, где ты просто выполняешь четкие указания, будь то в клубе ТВ, где ты едешь на съемки, ты сталкиваешься с тем, что тебе приходится общаться с клиентами напрямую. И когда я уходил, у меня уже был какой-то пул каких-то своих личных клиентов, которые меня звали. То есть это были совершенно разнообразные съемки. И всякие репортажи, тусовки, дни рождения, свадьбы, все что угодно. И для меня это было таким, знаешь, я... Конечно, я переживал. Каждый раз, когда я откуда-то уходил с какой-то стабильной точки, я чуть-чуть переживал, что вдруг я не найду работу, вдруг что-то не будет. И вот этот страх, он меня мотивировал, наверное. И страх мотивировал, и мотивировала какая-то, знаешь, желание развиваться, желание двигаться дальше. Мы каждый день развиваемся, стараемся развиваться. Ну, хотелось бы каждый день развиваться, делать что-то новое или улучшать старое, или просто делать каждый день хорошо то, что ты делаешь. Да, поэтому сложно, но для каждого это свое. Есть люди, которые по 30, по 40 лет сидят в одном издании, им это комфортно, им классно, у них есть стабильность. Но тут, знаешь, такая, типа, играешь в рулетку «Поле чудес». Что выпадет? Получается, что коммуникабельность, общение – это супер важный скилл в работе фотографа в целом и репортажного фотографа, мне кажется, в первую очередь, потому что это бесконечное общение с людьми, общение зачастую с людьми, которые очень высоко стоят в какой-то такой социальной иерархии, и тебе нужно к этому адаптироваться, да, получается, свыкнуться. И если я правильно понял, наличие камеры в руках очень способствует раскрепощению тебя как профессионала именно внутреннему.
Ну, когда камера в руках, ты сразу, ну, человек сразу понимает, ты фотограф. Не знаю, ты возьмешь метлу, сразу будет, ты дворник там, или там, ну, там будешь в какой-то штуке как официант, все будут думать, что ты официант. Да, это такие клишейные штуки, но они работают, да. Когда есть камера в руках, я чувствую себя супер спокойно. И очень важно, да, не знаю, как, насколько это важно в тех случаях, когда есть какая-то большая команда в плане фэшн-съемки, постановочной истории. Наверное, тут есть свои вопросы, но в плане именно светской хроники, не репортажной съемки, это очень важно. Это, наверное, вот этот скилл, это я бы поставил на первое место. Именно общение. Общение, коммуникабельность и легкость в работе. Я думаю, что это номер один. А номер два – это, наверное, качество работы. Ну, не качество работы, а умение фотографировать, видеть людей более-менее красивыми. А насколько важно быть в тусовке? Потому что если смотреть за твоей какой-то такой интернет, социальной активностью, то складывается впечатление, что ты на работе как будто среди друзей постоянно находишься. У тебя очень много именно коллег, с кем ты на такой вот какой-то короткой дистанции постоянно. На короткой ноге, да. На короткой ноге, да. Ты знаешь, я как-то тоже, когда я определился, что я фотограф, и я такой, что я буду этим заниматься, я позвонил нашему общему другу Андрею Байде. Говорю, Андрюх, привет, типа, туда-сюда, типа, вот, я тут решил что-то как-то стать по... возмужать в плане фотографии. Говорю, ну, там... скажи, пожалуйста, там свои какие-то там вот... У нас какой-то такой долгий разговор был, душевный, вот. И я как сейчас помню, он мне сказал такую очень важную вещь, что относись к каждому своему клиенту как к своему другу. То есть твои клиенты – это твои друзья. Для меня эта фраза сначала такая была, о, что это, мне надо со всеми что, общаться, дружить, о, это что, ну, как бы это какое-то... Тогда мне показалось, что это что-то чересчур такое, знаешь, такое слишком подхалимство. А потом я понял, что общение, и когда ты со всеми дружишь, общаешься, то есть, не знаю, это норма общества. Это норма общаться, интересоваться... как дела. Я стараюсь быть максимально искренним в этом во всем. Да, я частенько подшучиваю над кем-то, то есть это... Ну, это просто поднимает мне настроение. Когда я чуть-чуть подшучиваю, это весело. Да, очень важно. Очень важно со всеми общаться, очень важно со всеми держать контакт. Но тоже это должно быть очень естественно, должно идти изнутри. То есть вот тебе нравится человек, ты с ним общаешься. Не нравится, не общаешься. Ну, быть в тусовке... наверное, надо, но тоже не надо в ней утопать, потому что помимо тусовки есть какая-то еще, ну, наша жизнь, в которой мы живем вне работы. Наши какие-то хобби, интересы, они могут, конечно, сочетаться с тусовкой, но не всегда. Скажи тогда, исходя из предыдущего вот вопроса, возникает следующее. Если тебе не нравится заказчик, даже не так, наверное, если вы с ним не сходитесь, ты понимаешь из разряда на энергетическом уровне, на каком-то уровне мировосприятия, просто вот ты понимаешь, что интуитивно, исходя из своего опыта, может пойти что-то не так. Ты скорее откажешься от проекта или все-таки попытаешься найти компромиссы, а может быть, какой-то финансовый вопрос станет постепенно. Вот что происходит в этот момент в твоей голове? Знаешь, я не очень верю в какую-то такую... в то, что все вот так вот, как ты думаешь, оно все так происходит. Вот там я загадал себе одно, оно исполнилось. Но имеет место быть, что вот когда ты чувствуешь тебе хорошо, ты как-то к себе притягиваешь людей. Когда ты чувствуешь, что тебе как-то не очень комфортно, оно и сразу и не складывается. То есть у меня есть очень много примеров того, что ко мне приходили клиенты по рекомендации от моих коллег или еще от кого-то. Это тоже отдельная тема, я тебе расскажу сейчас про механику моей теории работы.
что человек, с которым что-то у тебя сразу не получилось, или какие-то у него есть к тебе завышенные или заниженные... То есть он хочет получить немножечко другое, нежели то, что ты даешь. Потому что ввиду каких-то обстоятельств он, возможно, не полностью знаком с тем, что ты делаешь и как ты делаешь. Вот, если клиент, скажем так, да, назовем так, если клиент или вот мои друзья, с которыми я работаю, они понимают, что я снимаю, понимают, как я снимаю. Ну, то есть, в общем, если они видят, что у меня получается там, по моему портфолио, по Инстаграму, то, в общем-то, у нас с ними всегда все хорошо. То есть они примерно понимают, что я снимаю, а что я не снимаю. То есть каких-то клиентов я даже называю своими друзьями. Ну, потому что, это как-то, знаешь, само собой развивается. То есть что мы начали там общаться, дружить. Даже вот с тобой, да, мы вроде как коллеги, мы можем вообще ни о чем с тобой не общаться, можем там просто здороваться, можем не здороваться, а можем общаться, потому что нам интересно. Мне интересно там узнать, как у тебя дела. Мне интересно, как там, как ты что-то строишь в плане своей личной жизни или там в планах работы. И это очень классно делиться опытом. Также и с клиентами делишься опытом, общаешься. То есть очень много точек соприкосновения, раз вы работаете в одной индустрии, будь то клиент как частное лицо, будь то клиент как агентство, будь то клиент как какой-то бренд или так, и так далее. Это очень важно. Я тебе хотел рассказать про специфику того, как, с кем работаю я. Вот, во-первых, да, большая часть моих клиентов — это мои друзья. Не некоторые, а даже больше, я подумал так. И я считаю так, что мой клиент — это мой клиент. Я никогда не борюсь ни с кем на тему того, что вот я кого-то посоветовал, и теперь мой клиент снимает там с кем-то еще. Я отношусь к этому суперфилософски, считаю, что клиент должен выбирать. Ну вот если так прямым языком, клиент должен выбирать. И чем больше процентное соотношение того, что клиент сам выбирает тебя, тем больше он получает удовольствие от своего выбора. То есть, например, если ты там, не знаю, вывесил билборд и сказал: «Я лечу зубы», вот, или позвонил, сказал: «Алло, здравствуйте, это стоматология, вот вы живете в нашем районе», процентное соотношение того, что ты к ним придешь, минимальное. Ты придешь к тем, кого тебе порекомендовали друзья. Это, ну, наша ментальность, это чисто вот такая история в плане рекомендаций. Обычно говорят: посоветуй мне, типа, очень хорошего там специалиста. И ты такой: ну, естественно, я тебе посоветую очень хорошего, естественно, я тебе не буду советовать средненького, да? Тут это рекомендация. Но когда человек сам ищет и находит, или он видит работы у каких-то своих друзей, или, например, я кого-то сфотографировал на мероприятии, он увидел свою фотографию, говорит: о, прикольно, классно. Вот этот клиент — это мой клиент. И это правильный клиент, который будет работать, который будет с тобой работать, при правильном стечении всех обстоятельств. Клиенты, которых мне советуют мои друзья, там, коллеги-фотографы, они не всегда со мной остаются, потому что они привыкли к стилю другого фотографа и зовут меня, ожидая, что я выдам типа похожий результат. А я, ну, не могу снять так, как снимает другой человек. Я могу снять только так, как я снимаю. Поэтому я считаю, что тот клиент, который сам тебя выбирает, это твой клиент. Тот клиент, который приходит от кого-то на замену, на что-то еще, типа, он не всегда сможет адаптироваться под твой стиль работы. Расскажи, что ты сейчас снимаешь, чего больше снимаешь и что нравится именно снимать? Что я сейчас снимаю? Ну, снимал вечеринки, тусовки, дни рождения, какую-то часть свадеб небольшую. Снимаю фэшн, снимаю рекламы, лукбуки, снимаю контент типа для частных ребят, девчонок, светскую хронику. Ну, частные съемки, да, какие-то еще. Что мне нравится снимать? Ты знаешь, вот несколько лет назад, наверное, в 2019 году, было идеальное соотношение. У меня было 50% репортажки,
когда я снимал где-то вот что-то либо светскую, либо репортажку, что-то такое. Репортажки немного, кстати, на самом деле, типа вот в том ключе, в котором она называется, то есть какое-то вот такое видение со стороны. Ну, мне кажется, во время светской хроники мы всегда это делаем, просто как такое само собой разумеющееся. Но именно чисто репортажку мы почти не снимаем, мне кажется. Но мне кажется, когда ты снимаешь светскую хронику, то репортажность отходит немного на второй план. Потому ну да, что или тебе... кто-то другой должен снимать. Да, тебе нужно отбить гостей. Гостей, которые да, есть. Вот. Поэтому да. Ну да, вот в 2019 году у меня было идеальное соотношение. 50% светская хроника, репортажка, тусовки, вечеринки, свадьбы. И 50% студийки. Или постановочных таких кадров. И мне это нравилось. Мне нравилось. То есть я много с кем общался на эту тему. Я помню, с Лешей Константиновым мы разговаривали. Я говорю, Леш, типа, как вообще двигаться, что делать? Он говорит, тебе надо определиться. Вот конкретно, что ты снимаешь. Я подумал о том, что надо определиться, и понял, что я, например, не смог бы снимать только свадьбы, или только тусовки, или только в студии. Мне очень нравится, что каждый день я нахожусь в разном месте. Мне нравится, что каждый день это новые люди. Либо новые, либо вот какие-то, знаешь, вот круговорот моих вот клиентов, друзей. И мне нравится разнообразие. То есть мне нравится снимать как и светскую хронику, потому что это общение с людьми. Мне нравится снимать в студии, мне нравится снимать какие-то частные съемки, потому что тут есть более детальный контакт, более какое-то такое, более углубленное видение, более глубокий контакт с человеком, чтобы нащупать вот это максимальную какую-то точность человека и красоту. А я, наверное, дополню, что я же не снимаю, кроме людей, ничего. Я, то есть, не снимаю ни интерьеры, не снимаю ни автомобили, ни дома, ни квартиры, ни пейзажи, ни природу. Я только вот снимаю людей. Ну вот, мне нравится разнообразие, скажу так. То есть, мне нравится каждый из тех жанров, которые я снимаю. Да, у меня было там несколько лет назад, что я отсеял какое-то количество тяжелых, сложных, неинтересных мне мероприятий или родов съемок. Я их перестал снимать. Просто я говорю, что я либо это не умею снимать, либо я это просто не снимаю, потому что мне это не очень интересно. Все остальное я люблю, ценю и стараюсь это делать так, чтобы это было супер классно. И радуюсь, что это вот каждый день все разное. Очень не люблю, когда несколько дней подряд снимаешь в одном и том же месте. На начальном этапе очень многие фотографы для того, чтобы зарабатывать деньги или, возможно, в поиске себя, снимают разные совершенно вещи. Если говорить про меня, я снимал и еду, и интерьеры. Как ты считаешь, это нормальный путь, когда ты что-то там пробуешь, что-то новое для себя, для того, чтобы понять, что тебе нравится. Может быть, финансовая сторона тоже, да, там превалирует. Или все-таки здорово, когда ты пришел и прям вот как начал снимать, условно, там свадьбы, например, да, там так в этом ключе и дальше двигаешься, развиваешься. Денис, знаешь, это есть такое понятие «идеальный мир». В идеальном мире, да, ты должен проснуться, сходить в институт, выпуститься из института по курсу фотографии, на следующий день выйти и сказать, я снимаю только свадьбы, я снимаю вот задорого, и у меня вот такой вот определенный стиль. И дальше вот типа так снимать возможно. Но из расчета того, что мы с тобой обсуждали, что уходя с какой-то постоянной работы, будь то портал или там сайт или журнал, можно снимать все, что угодно. Я считаю, что надо себя попробовать в максимальном количестве вот, сфер и просто понять, насколько тебе это нравится, насколько ты можешь развиваться в каждой сфере. Есть люди, которые снимают предметку и развиваются до таких высот, что просто это просто космос. Тот же Леша Константинов, он снимает такие просто безумно красивые вот эти предметки, рекламу, очень красиво. Просто безумно красиво. Также есть люди, которые снимают очень красиво еду, очень красиво там здания. Кто-то снимает обложки АД.
Надо попробовать себя везде. Дальше тут есть такое, такая вещь, когда количество переходит в качество. Вот когда ты понимаешь, что этого очень много, и что ты уже не можешь это снимать, да, там, или там очень много нагрузки, или когда у тебя наступает момент, когда ты можешь выбирать, тогда ты можешь отказываться от чего-то. Вот. Мне кажется, это логичный путь. И в плане финансовой точки зрения это удобно. Можешь все снимать. Я тоже много что снимал. Я тоже интерьеры пробовал снимать, и еду пробовал снимать. Что-то даже получалось. Что-то даже получалось хорошо. Но я люблю в своей работе фидбэк. Отклик, какой-то диалог. И с человеком, с клиентом обычно диалог присутствует. То есть спрашиваешь, все ок там с фотографиями. То есть я часто спрашиваю там своих клиентов, типа, все ок, типа, по цвету там, поэтому я говорю, да-да, супер. Или там, вот, типа, слишком светло. Или там, ой, а вот эти, мне кажется, типа, вот они какие-то слишком странный цвет. Там пересматриваешь, бывает, и исправляет. Редко, конечно, такое бывает, но я часто спрашиваю людей фидбэк. Мне это важно, потому что это... Часто у нас глаз замыливается, и так, чтобы посмотреть чуть со стороны. В любой точке развития роста надо спрашивать фидбэк, спрашивать какую-то оценку со стороны. Ты сказал про стиль, и мне кажется, это слово, которое отлично подходит к тебе в целом вообще как образ целиком, потому что ты всегда классно одеваешься, эффектно, выразительно, и я думаю, что это тоже один из очень важных моментов, чтобы ты на мероприятии классно выглядел. Как ты считаешь, твой стиль, он прослеживается, он завершенный, и в чем он вообще заключается? Спасибо тебе за стиль. Спасибо за стиль. Стиль. Ты знаешь, кто-то советует там быть насмотренным, смотреть, что нравится, что не нравится, чтобы сформировать свое мнение. Так как мы постоянно живем в меняющемся мире, постоянно как-то трансформируемся под него, меняем стиль, меняем там наши софтбоксы на что-то другое. Там, ну, как это? Вот все меняется. Камеры, там, объективы. Чуть-чуть видоизменяется. Ну, и стиль, он тоже меняется со временем. Мне просто всегда нравилось... Я вот сколько раз смотрел на мероприятиях, не знаю, как сейчас. Сейчас вроде как все прилично одеты, или мы по приличным мероприятиям просто ходим? Я думаю, скорее второе. На самом деле, не знаю, как сейчас, но вот раньше, я помню, приходишь, и вот видно... Типа фотографов, видеографов сразу видно. Это какие-то небрежные, какие-то грязные кроссовки, какие-то штаны, кофты, какие-то засаленные волосы. Ты на это все смотришь и думаешь, господи, я что, так же выгляжу? Вот, ну, прям вот никогда не хотелось так выглядеть. И даже когда я, ну, там, плохо в этом в чем-то разбирался или как-то не понимал, как куда надо одеться, даже тогда я просто хотел как-нибудь, только не так. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, фотограф – это часть мероприятия. Если это мероприятие, он должен просто выглядеть как гость. Я вот обожаю на всех вечеринках, где есть какой-то дресс-код. Ну, там GQ, например, это все эти смокинги. Я всегда это все поддерживаю. Если какая-то там вечеринка 2000-х, я там буду в розовом. Если там какая-то гавайская вечеринка, я буду в котиках там, и так далее. Я считаю, что это и тебе настроение дает. Ты сразу с другим настроением приходишь на съемку. То есть ты вот одет как гости, ты тоже веселый, тоже классный. У меня есть клиенты, которые просят меня все время в Total Black быть, ну и тебя, скорее всего, тоже. Вот. Но это такое униформа, но с другой стороны у нас собралось много всяких вещей для Total Black, и мы стараемся выглядеть симпатично в этом. Вот. Но на съемке, например, не мероприятие, я считаю, что надо одеваться максимально удобно, чтобы был простор для движений. Я как-то лет 6 для себя назад открыл широкие штаны такие и всю одежду такую чуть-чуть оверсайз, чтобы было удобно двигаться, валяться на полу, делать подъем, кувырок, переворот, колесо. Очень-очень помогает в работе. И кажется, что это такая мелочь. Когда у тебя не скованное движение, у тебя есть больше вольности для творения. Вот это про стиль. Мы трансформируемся, Денис. Что ты, что я.
Прекрасно выглядишь. Спасибо. До тебя мне далековато еще. Ну, неправда. Есть над чем работать. Скажи, в перспективе, допустим, 5 лет, как ты видишь себя в плане творческого развития и развития как фотографа? Хороший вопрос. Ты знаешь, как есть такая шутка, что когда кто-то приходит на совещание, и главный директор, ну там директор или кто-то там, спрашивает такого более младшего сотрудника, говорит, а как вы себя видите там через 5 лет? Он говорит, ну я вижу себя в кресле руководителя этой компании, да. Ну, это амбициозно, классно, но абсолютно непонятно, куда двинется рынок сегодня, завтра, послезавтра. Фотография — это, ну вот, карьера фотографа, она не такая, как, там, не знаю, там, карьера космонавта. То есть космонавта карьера. Слетал в космос, типа, супер, я теперь настоящий космонавт. У фотографа немножечко другая карьера, она такая, ну вот такая, вверх-вниз, вверх-вниз, или более ровная. Есть подъемы, есть спады. Есть... Это естественные ритмы развития, поэтому... Да, у меня были какие-то очень классные проекты, о которых я, может быть, даже не мог мечтать. Там в 2019 году я снял весной показ Dior в Марокко. Осенью я снимал день рождения Сильвио Берлускони у него дома. Ну, то есть какие-то вещи, которые так... То есть я не могу сказать, что я прям целенаправленно шел вот именно вот к этим двум съемкам, предположим. Оно само, как ты знаешь, течет, меняется. Это жизнь вот... который я там даю какой-то ответ. Да, нет, нравится, не нравится. И оно из расчета этого как-то вот так вот туда и плывет. Я хотел бы, возможно, если смотреть вперед, наверное, увеличение, улучшение качества, увеличение каких-то крутых значимых проектов, потому что именно крутые значимые проекты, они дают тебе мотивацию делать что-то дальше, развиваться, двигаться, и это очень круто мотивирует. Поэтому я за полномерность, за спокойный подъем и за то, чтобы как бы по чуть-чуть что-то настраивать. Скажи, ты думал о смене вообще сферы деятельности? Ну, на начальном этапе да. То есть меня бросало из стороны в сторону. Я такой, я актер, нет, я режиссер. Нет, я сейчас буду тут... что-то еще делать. Ну, сейчас я не думаю об этом. Ну, идет. Вот пока идет, пока все довольны, я, мои клиенты, все движется. Мне все очень нравится. Возможно, когда-то наступит другой день, и в другой день я скажу себе, ну, пора что-то менять, Вань. Тебе, мне кажется, не стоит пока ничего менять. Потому что ты, знаешь, движешься в правильном направлении, и рост очевиден. То есть он очевиден, по крайней мере, для твоих коллег, ну, для меня в частности. И мне кажется, что это очень хорошо, что у тебя не возникает мысли о смене какой-то сферы. Значит, ты доволен в первую очередь собой. Это очень важно. Значит, спасибо. Есть внутреннее какое-то правильное состояние и гармония. Ты знаешь, я скажу так, что я вот не всегда вижу... какой-то свой рост развития, мне кажется, что это либо ровненько, либо есть к себе вопросы. Но когда ты говоришь со стороны, мне очень приятно. Спасибо. Скажи, как ты видишь ценообразование вообще в сфере, в нашей сфере, фотографии? Почему такой большой разброс цен? И как вообще заказчику определиться с выбором фотографа, если у него нету каких-то рекомендаций? Рекомендации. Ну, тут есть... то есть, если есть бюджетирование какое-то конкретное, то можно подбирать под бюджет. Вот. Из расчета бюджета подбирать фотографа под какое-то мероприятие. Если есть понятие, что хочется, то из расчета выбора какого-то количества фотографов, которые кто-то с кем клиент знаком, или кого он знает, или о ком он слышал. Если он не слышал, то, ну... методом проб и ошибок, вот, к сожалению. По-другому никак. То есть тут либо рекомендации, либо что-то еще. Ну, пробовать, выбирать, смотреть, понимать, в чем разница. И выбирать своего фотографа. Вообще выбор фотографа, мне кажется, это больше тоже вот про общение. Это больше не про какую-то там услугу, а про общение, про людей. Про то, как ты общаешься, видишь человека, как с тобой легко работать.
Это важно. Я повторюсь, что по мне кажется, что первое, вот именно в таком фотографии, в репортажной, это все-таки коммуникация и простота работы с фотографом. Так как мы уже во второй раз заговорили про коммуникацию, и я точно так же считаю, что это, наверное, наиважнейший вообще скилл, который стоит прокачивать. Как ты считаешь, насколько важно фотографу расширять свой кругозор, учить языки и в целом стремиться быть интересной личностью? Вернее, очевидно, что это важно, но насколько это важно именно в нашей профессии? Да кто его знает? Я что-то не так много книжек читаю, я плохо читаю вообще. Ну, мне тяжело читать, я только аудиокниги слушаю. Ну, вот про начитанность не знаю. Да, надо как-то, надо что-то делать. Ну, тут нет какого-то определенного, там, надо делать это для того, чтобы быть этим. Ну, также смотришь на общество, думаешь, блин, вот что-то вот я мало читаю, какой-то словарный запас у меня хреновый, надо что-то почитать. Ну, вот это должно как-то, мне кажется, своеобразно идти. То есть должно идти очень естественно. Ну, да, надо что-то делать, надо развиваться. Но это не должно быть насильно. То есть я должен каждый день развиваться, там, читать книжки каждый день, заниматься спортом и так далее. Тут все должно быть в кайф. Для многих ребят очень насущный вопрос именно как поднять свою стоимость. К чему это можно привязать? К уверенности в себе? К каким-то классным проектам, которые ты можешь показать в портфолио и сказать, вот я снимал это мероприятие, и теперь я стою столько-то? Или от чего это зависит? Как увеличить свою стоимость при, естественно, ну, каком-то таком закономерном подъеме качества? Поднимать цену обязательно нужно тогда, когда есть хороший поток заказов. Поднимать цену нужно планомерно там, из расчетов общего рынка. Я могу быть неправ, это только мое мнение. Надо быть, скорее всего, в серединке рынка. Вот, в серединке этого рынка тогда можно себя чувствовать довольно-таки спокойно. Пока ты, ну, то есть среднее число по своим коллегам, по каким-то из общей отрасли. Если эта цена устраивает, то значит надо придерживаться ее. То есть демпинговать рынок или повышать цену просто так нет смысла. С другой стороны, по поводу какого-то мероприятия, которое может поднять цену, я думаю, что это немножечко не то. Потому что, ну не знаю, есть клиенты, которые абсолютно не связаны с модой. Им без разницы, снимал там ты показ Прады в прошлом году или не снимал. Там снимал там еще что-то или не снимал. Им без разницы. Им важно, чтобы ты как бы сделал свою работу. Понятно, что ты известный человек. Там, вот я про тебя говорю, да? Ты известный человек, тебя знают в тусовке, ты делаешь очень хороший, качественный материал. И тебя берут, потому что там «Светскую хронику» ты знаешь всех, все тебя знают. Все придут, у тебя сфотографируются, там, отметят тебя, все будут довольны качеством фотографии. Подъем ценника в нашем случае, он не всегда оправдан. То есть тут нет такой, ну, даже в других сферах. Ну, тут опять же, я считаю, что надо быть в серединке рынка. Вот, понять границы рынка, то есть минимум-максимум, и вот в этом диапазоне быть. То есть за него вываливаться не стоит, из него выходить тоже не надо. А дальше каждый может объявлять свою цену. Тут уже кто во что горазд. То есть показ Берлускони, точнее, день рождения Берлускони и показ Dior не заставили тебя на пятерочку хотя бы поднять стоимость своих услуг? Ну приятно же, ну приятно, согласись. Ты знаешь, мне приятно от того, что мои клиенты говорят, блин, а ты же снимал, ну как там было, ну как он там, чё как? Я говорю, да, типа,
человек 15 служб безопасности, но ни с одним я не столкнулся там вот так. Ну или там, знаешь, какие-то... Ну, мне самому это, знаешь, приятно для себя. То есть это не то, что ты как альпинист по крутым проектам взбираешься к вершине ценовой пирамиды строения рынка фотографий, например. Это не так, это, ну, это твой послужной список. Это там, не знаю, от того, что ты был там, в 10, там, на 10 стран больше, там, чем кто-то еще, это не делает тебя каким-то суперпутешественником или что-то еще. Это просто это твой опыт, жизненный опыт, который у тебя был. У тебя есть опыт работы с такими людьми, у тебя есть опыт съемки таких мероприятий. И ты знаешь, ты можешь понять, в чем разница. И в каждом мероприятии ты сможешь там что-то новенькое для себя почерпнуть. Очень хочется спросить, что такое светская беседа? Вот как поддержать, как начать этот разговор? Вообще вот для многих, мне кажется, ребят, это просто грандиозная проблема, ступор. Как заговорить с человеком, как его раскрепостить, расположить к себе, чтобы потом сделать классные кадры? Знаешь, на самом деле... Ты знаешь, на самом деле... А вообще, что? Ну, погода сегодня хорошая, Денис, да? Сегодня так солнечно, ясно, скоро вот снег сойдет весь. Вот мы с тобой уже говорим об этом, да? Говорят, про погоду лучше не разговаривать. Ну, лучше о погоде в нынешние времена, как говорится. Знаешь, обо всем, что о чем угодно. То есть тут нет какого-то определенного решения. Каждый человек же по-своему что-то как-то это... Глядя на твою чудесную квартиру и такое большое количество картин, мне кажется, тебе точно не составит труда заговорить про искусство. Ну, я люблю искусство в разных проявлениях, да. Ну, тут, понимаешь, тут, например, кто-то любит одно, кто-то любит другое. Тут, опять же, методом проб и ошибок надо смотреть, что человеку интересно. У меня такая концепция, бывает, немножечко подшучиваю такое, на очень такой тонкой грани, которую уже иногда нельзя переступать. Вот. Кто-то иногда обижается, кто-то нет, кому-то весело, в большинстве весело. Вот. Я таким образом как бы общаюсь с людьми. Скажу так, что светская беседа не всегда это какая-то высокая разговор о чем-то высоком. Это может быть простом. Типа, блин, я вчера кроссовки вот купил, они такие вот классные, типа у них такая вот галочка тут, а здесь такая полосочка. Или тут галочка и три полосочки. Ну, я, бывает, разговариваю вообще об чем угодно. Поэтому тут нет какого-то правила, как нужно это делать. Главное, мне кажется, просто найти контакт и просто чтобы в светской беседе, чтобы тебя чуть-чуть идентифицировали, чтобы тебя запомнили за что-то. Я просто ужасно и грубо шутил, поэтому меня запомнили чуть раньше. Вот. Я бы назвал тебя стильным и дерзким. Это твое амплуа или это твое внутреннее ощущение? Ты знаешь, это не амплуа. Мне вот, когда у меня хорошее настроение, мне хочется такое, знаешь, игривое. Хочется как-то еще развеселить кого-то, подшутить. И вот вылазит во мне вот эта вот юморная история. Я стараюсь как-то так очень аккуратно, деликатно это делать. Не всегда получается, но я лично сам получаю от этого удовольствие. Это главное. Вот. Кто там что обижается, это они. Обижаются они, я. Мне кажется, таким образом происходит еще фильтрация твоего окружения, твоих заказчиков. То есть, если они friendly, если они настроены на вот такой формат легкой дружеской беседы, может быть, где-то сарказм, иронии, каких-то шуток, то, значит, вам с ними гораздо проще будет в дальнейшем взаимодействовать. Отчасти да, но тут, конечно, нужна какая-то граница, потому что я часто использую это очень, очень сильно, и это работает как слом какой-то границы в общении. Когда человек не ожидает, что ты ему такое скажешь, он теряется,
И в этот момент ты такой, а давай сделаем так. И он такой уже раз, и уже как бы, знаешь, уже налажена беседа. Это я не часто это делаю, но раньше, когда у меня были проблемы с тем, чтобы как-то начать коммуницировать с людьми, я поборол этот вот, переломил этот страх, и я начал вот активно так с кем-то знакомиться. У меня есть несколько таких приятных знакомств, я даже с ребятами дружу. Вот просто вот что-то вот я им сказал, и они так засмеялись от этого и запомнили. А помнишь, ты мне сказал там это? Я говорю, да, было весело. Откуда ты это берешь? Я говорю, да не знаю, просто в голову пришло, увидел, совпал какой-то пазл, я такой, давай так, давай так. Каждому свой, конечно, подход нужен, потому что все люди разные. Кто-то высоких нравов, кто-то нравов попроще, как мы с тобой. Да, метод проб и ошибок, опять же, наш любимый, мой любимый. Возник вопрос о насущном. О насущном. О насущном. О насочном. Насущном. Зеленые. Светло-зеленые. Как ситуация, которая сейчас складывается, отразилась на твоей профессиональной деятельности, на заказах? Ты знаешь, ситуация подействовала на мою работу, на мою коммерческую составляющую работы. Она просто снизилась ну, со 100% до 10%. То есть активность полностью, почти полностью упала. Пока люди не понимают, что происходит, что делать, кому это нужно, для чего это нужно. Я уверен, что таких громких слов, как все говорят, что мир никогда не будет прежним, я, конечно, говорить не буду. Скажу так, что никогда не будет так, как в 2007-м, верните мой 2007-й, уже не будет. Вот. Будет трансформироваться, все посмотрим. По-любому куда-то эта дорожка будет петлять, куда-то выведет и что-то устаканится. Поэтому сейчас сложно, нужно переждать этот момент. Общество находится в каком-то таком состоянии анабиоза такого. Нужна какая-то такая рассвет солнца, что-то вот должно сдвинуться с мертвой точки, и люди будут приспосабливаться, что-то по-новому будет, наверное. Я не знаю. У тебя есть какие-нибудь, может быть, внутренние настройки, или, я не знаю, там, обряд шаманский или чаепитие перед важной съемкой? То есть как ты себя вводишь вот это какое-то правильное такое настроение? Ну, мы говорили с тобой про какой-то стиль в одежде, да? Я стараюсь одеваться так, чтобы мне было комфортно и чтобы это было еще более-менее нормально, потому что чтобы я выглядел... Когда ты выглядишь хорошо, у тебя сразу такая самооценочка чуть выше. И, конечно, это сложно, чтобы было и удобно, и красиво, поэтому вот если я хорошо одет, у меня уложены волосы, я себя, например, лучше чувствую. А, в общем, я, наверное, такой лентяй и пофигист в плане подготовки к съемкам. Я люблю все делать на месте. Я, конечно, люблю делать какой-то локейшн-скаутинг, если это какая-то локация или что-то еще, но обычно я не люблю заранее видеть что-то, потому что у меня в голове строится уже какая-то картина того, что бы я хотел там видеть. И когда я прихожу туда на съемку, и какие-то детали отличаются от того, что у меня в голове, скорее всего, все отличается от того, как я это вижу в голове. Люди, свет, одежда, все, все, все другое. То уже это бессмысленно эти туда-сюда в голове эти мысли, поэтому я люблю делать. Приходите сразу креативить на месте. Конечно, не все так работают, многие работают не так, но я в этом плане лентяй. Я вот, не знаю, я всегда еду на съемку с какой-то, с легким сердцем, со спокойной душой и с желанием сделать, ну, типа, что-то классное. Крутое. Прекраснее. Прекраснее. Этот мир сделать. Ну, не сделать его прекраснее, хотя бы не усугубить ситуацию, не сделать его хуже. Вот как-то так скажу. Не навреди, не сделай хуже. Не навреди. Да, не навреди ближнему своему. Своими фотографиями. Плохо не сфотографируй ближнего своего, да. Вот так. Это уже заповеди фотографа. Это какие-то заповеди, да. То есть все-таки есть, да, какие-то такие вот отправные точки, которых ты придерживаешься. Ты знаешь, мне кажется, что в профилактических целях нужно иногда кого-то фотографировать плохо. Вот я считаю так. Чтобы было вот это, знаешь, ощущение того, что не все всегда идеально в этом мире.
и что каждый имеет право на небольшую ошибку. Если ты вот совершаешь такие ошибки и делаешь вот этот самый фидбэк, да, про который мы говорили ранее, и тебе говорят: Вань, ну что-то как-то вот другого ожидали. Другого ожидали, плохо. Твоя реакция какая? Моя реакция, на самом деле я сразу подумаю, что я плохой фотограф, что мне надо сменить сферу деятельности сразу. Вот даже если сегодня мне это напишут. Это крайне редко происходит, но бывает такое. Вот. Ну, я стараюсь, даже если я понимаю, что дело не во мне, и дело совершенно там не в технике, не в моей усидчивости, ни в чем. Дело просто в том, что, просто человек видит себя иначе. То есть я вижу человека, как я его вижу, он симпатичный, но я его вижу, у него 3 подбородка. Я стараюсь сделать, чтобы их было меньше. А человек думает, что он очень худой, и например, у него их нету. Вот. Тогда в ход вступает Photoshop. Вот, наш любимый. Я стараюсь сделать так, чтобы клиент был доволен. Мне не важно, вернется он ко мне, не вернется. Я хочу, чтобы он был доволен от того, что я ему предоставляю качественную услугу. Что бы ты мог посоветовать ребятам, фотографам, которые, возможно, еще в начале своего пути, а возможно, и нашим коллегам, может быть, тебе хотелось донести какую-то давно мысль, которая тебя раздражает, гложет, или наоборот, поблагодарить за что-то. То есть... Да, я хотел, наверное, поблагодарить своих коллег за то, что все такие открытые, что есть какая-то искренность, комьюнити, что люди общаются, делятся опытом. Я не говорю, что надо прийти на мой марафон, что надо подписаться на какие-то мои курсы, еще что-то. Да нет, мне кажется, что именно наши коллеги с открытостью, коммуникабельностью, в принципе, это у нас должно быть заложено, мы же фотографы, мы же должны коммуницировать. Мы между собой хорошо коммуницируем. Классно, что мы делимся этим всем, что поддерживаем друг друга в сложное время, да и не в сложное тоже. Классно созваниваться, делиться опытом, мыслями, переживаниями. Оно и как-то и сплочает людей, и помогает, и... Всегда круто услышать несколько точек зрения на любую ситуацию и найти себя где-то в середине этих всех мнений или чуть ближе к какому-то из них. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Денис. Хочется тебе души, братишка. Классно получилось. Спасибо. Да, мне очень приятно, что ты нашел время и... Мне приятно, что ты мне это предложил. Еще и поддержал мою чудесную идею, да, с тем, чтобы снять это у тебя дома, возможно. С такой разливающейся ванной, переполненной. Да. Эта ванна, она переполнена, она льется через край, она такое, знаешь, как буйство такое. И не скажешь, что она наполовину полна или пуста, да, она точно полна. Да. Стакан наполовину полон. И не наполовину тоже, да, всегда. Это то, на самом деле, что хочется пожелать всем, чтобы стакан был всегда полон и не наполовину, а прям... С горкой. С горкой. Вот. Главное сильно не переживать на тему своих достижений и того, что есть. Просто делай, что делаешь, и будь, что будет.